Мне спиздили телефон, нахуй. Пошли после работы завтракать. Назавтракались. Просто в моменте понимаю, что нет моего телефона. Давай же, конечно, звонить. Угу. Отключили. Отключили, блядь! Я пьяная, вся в расстроенных чувствах. Пошла есть Макдональдс. Потом вышла на улицу, давай опять у прохожих брать, типа набрать себе. Берет трубку мужик. Оу. Я говорю, здрасте, у меня украли телефон, я владелица, отдайте. Он говорит, здравствуйте, это полиция. О, думаю, чина, сюда, о. Я говорю, а как мне забрать телефон вообще? Как, что, куда ехать, как мне быть? Отправьте курьером. Они говорят, город Голицыно. Пока такси, блядь, нашла, пока уехала, час туда ехала, заплатила, блядь. Короче, очень много денег я потратила на такси. Мне мент показывает фотку, говорит, этот был там. Я говорю, о, да, было. На улице стояли, курили, пиздели. Мне этот мент рассказывает, то что этот тип пытался какому-то чурке пихануть его за 5 тысяч. Не получилось, чурка не взял. Он его отнес в полицию, снял чехол, сука, разбил мне его, он уронил, видимо, блядь, трещина по экрану пошла. И сказал, я шел с работы и нашел его. Пидор ебаный! Чё ж ты его нахуй, блядь, не наш... там, где нашел и не оставил, сука? Ты спиздил его, блядь! Упырь конченый.